есть огромная дискуссия, она ведется очень давно, среди тех людей, которые считают, что БАДы, то есть витамины, минералы, все, что находится, биологически активные добавки, то, что находится в банках и должно заменить нам витамины, которые мы якобы должны получать из еды, вот одни говорят, это вредно, другие говорят, это полезно. А те, которые говорят, это вредно, они считают, что действительно, если вам нужен витамин С, съешьте апельсин. Нужен вам каротин, съешьте морковь и так далее. Те, кто говорят, что это полезно, утверждают, что чтобы получить суточную дозу витамина С, нужно съесть не 1 килограмм апельсинов. То же самое с каротином, тем более непонятно, как эту морковку вырастили. То есть вот такой разброс, и это всегда меня наводит, но я не знаю, что мне делать. Принимать витамин С или не принимать витамин С? Есть апельсины? Есть апельсины. Да, понимаешь, или что? Я поэтому знаю, кто нам может помочь. Я тоже знаю. Мы пригласили Алексея Ковалькова, диетолога. Доброе утро, Алексей. Доброе утро. Доброе и утро. Нам нужно ваше экспертное мнение, что нам делать с витаминами и минералами. Ну, кстати, БАДы – это не только витамины и минералы. Биологически активные добавки – это вещества, которые катализируют определенные действия в организме. И действует это очень плавно и мягко. Ну вот давайте представим себе. Вы едете за рулем машины. У вас есть машина. Умеете водить? Да. Да, да. Конечно. Умеем. Вот представьте, едете. У вас загорелась лампочка масла. Угу. Что надо делать? Скорее в сервис. Два варианта. Первый – поехать в сервис, а второй – выкрутить лампочку. Едешь дальше, и ничего не горит, ничего не мешает. Ну, а как? Мы же понимаем, что вред-то наносится. Естественно. Так вот, все лекарства, которые выпускают, они действуют именно так. То есть у вас болит голова, вам что дают? Таблетку? От головной боли. У вас давление, вам назначают таблетку. От давления, да. Температура? От температуры. Живот болит? От живота. То есть лечит симптоматически. Теперь скажите мне, если у врачей забрать антибиотики и гормональные препараты, что они смогут вылечить реально? Большинство болезней не вылечивается, а переводится в хроническую стадию. Человек живет и постоянно употребляет вот эти медицинские препараты. И сейчас идет огромная война между производителями БАДов и производителями лекарственных веществ. И в зависимости от того, какие проплачены деньги, у нас то лекарства все поддельные, да, то БАДы все это отрава и обман. Истина, как всегда, где-то рядом. Как работают биологически активные добавки? Они работают очень медленно, постепенно. Но они работают, выравнивая внутренний цикл в организме, выравнивая процессы обмена, так что человек выздоравливает. То есть можно сказать, что это элемент профилактической медицины, о которой врачи уже давным-давно забыли. У нас ее просто в России не стало. Когда ездили на курорт и пили какие-то витамины, добавки, мы об этом забыли. Мы лечим сейчас медицину по факту. Болит, туда и вводим. Если не помогает, то ампутируем. Угу. То есть, грубо говоря, если ты принимаешь БАДы, как я сейчас, может, я не так понял, то есть ты принимаешь БАДы, то БАДы помогают твоему организму бороться с твоими болезнями? Или как? Бороться и вести профилактику. Превентивная мера это скорее. Есть БАДы, например, которые... И самое интересное, вот все говорят многие, что что такое БАД, ерунда какая-то. Вот я всегда привожу один очень интересный пример. Есть всего два препарата, ну, медицинских, за открытие которых дали Нобелевскую премию. Один из них – статины, профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, развитие атеросклероза, борется с плохим холестерином. Uh-huh. А второе – это БАД, который называется коэнзим Q10 или убихинон. И великолепнейшее вещество, которое воздействует на сосуды, улучшая ее эластичность в 4 раза. А омега-3 жирные кислоты, признанные во всем мире. Сейчас все американцы каждый день употребляют эти омега-3 жирные кислоты, потому что они восстанавливают эндотелий сосудов, поврежденные углеводами. Когда вот образуются язвы от углеводов, от сахара, то вот они восстанавливают вот этот эндотелий. Единственный в мире, что может восстанавливать. То есть есть уникальные вещества, которые лечат организм изнутри, нормализуя жизненный цикл.